Айдар, вот давно ты слушал хорошую музыку? Вот где-то минут 15 назад, наверное, у себя в плеере. А что ты слушал? Знаешь, у меня в альбомах преобладает группа «Санки». Ну, тогда я хочу тебе сказать, что у тебя достаточно неплохой вкус, потому что группа «Санки» дает свой очередной концерт. Ну и, друзья, мы, конечно же, не пропустили это событие. Это актуальное событие, да. Я бы сказал. Вы смотрите галерею событий «The Best in the City», телеканал MTV Mix, и мы начинаем. Оставайтесь с нами на музыкальной волне. Авторская музыка – это всегда прекрасно. «Санки» когда-то меня очень сильно удивили. Это мои большие друзья, очень крутые музыканты и очень крутые поэты и певцы. Любой концерт авторской музыки, мне кажется, каждый житель нашего города должен и обязан посещать, потому что их не так много и по пальцам можно сосчитать. Поэтому, друзья, делаем добро. Я и андеграунд в перчатках на ринге, я и мой саунд в поединке. Добрый вечер. Вот уже сейчас чувствуется предконцертная такая обстановка. Первое, что хочется спросить о создании группы. Как появилась такая группа? Расскажите о своем творческом пути. Я родился на улице Герцена. В гастрономе номер 25. На самом деле, можно очень долго рассказывать о том, как появилась группа. Появилась группа лет 8 назад. 8 лет назад. Но потом она перестала существовать. И сейчас стала дуэтом, да? Дуэт существует у нас на протяжении года... 2 лет, наверное. Года 2-3 существует наш дуэт. Активно вот начали заниматься последний год. Скоро лето, и я его жду. Это лето. Добрый вечер. А что это мы здесь делаем сейчас? Танцуем. Любимую группу «Санки». Любимая группа? Прям вот не врете даже, да? Очень эту песню люблю. А какую песню больше всего любите? Очень много. Вот эту. Это скрипка. Очень душевная песня. А давно следите за творчеством данной группы? Давно, в общем-то, с возникновения, наверное. Вот как так получилось, что узнали о том, что новый коллектив собрался? Во-первых, коллектив уже не очень новый. Во-вторых, у меня там, собственно, автор музыки, текстов и солирует муж. Но хочу подчеркнуть, что я не поэтому на концерт пришла. Почему? А потому что мне нравится действительно музыка. Даже если бы я не состояла в родстве, я бы все равно сюда приходила. Какую музыку исполняете? Мы поем песни собственного сочинения под пианино и под гитары. Ого, вот это интересно. Откуда вы черпаете вдохновение, чтобы написать целую песню? Вдохновения хватает обычно не на целую песню, на четверть песни. А где на остальное берем, непонятно даже. Да. Кто-то дает что-то. Вот вы что-то даете сейчас в данный момент. Скажите, а в дуэте работать? Каково вообще работать в дуэте? Как это все-таки приходить к общему мнению? Это тяжело или нет? Расскажите об этом. Да нет, проще работать в дуэте, да, чем... Мы прежде всего друзья с Тимуром. Мы были сначала друзьями, а потом уже музыкантами. Тимур всю жизнь занимался музыкой, и я стал заниматься музыкой гораздо позже, пройдя, так сказать, всю трудовую деятельность, знакомую нашему... Россиянину. Эхимова башня будет нашей милая, я сказал. Ну что, Айдар, как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Ну а наши санки приехали сами по себе, потому что все же они наши земляки. Ну а вы смотрели галерею событий The Best in the City, телеканал MTV Mix. Будьте с нами на вершине событий. Пока-пока.